Вот мы у магазинов «Бристоль», одни из популярных торговых точек, разбросанные по разным городам России. Сеть, которая начала развиваться из Нижнего Новгорода, было это в начале 90-х. Свой ассортимент виски здесь представлен довольно-таки продолжительное время, и некоторые релизы пользуются особой популярностью у любителей виски, потому что ценник здесь всегда стабильно низкий. Это дискаунтер, и больших скидок от «Бристоля» никогда ожидать не стоит. Это всегда плюс-минус 10-15%. Конечно, бывают желтые и красные ценники, которые однозначно говорят о том, что это минимальная цена на тот или иной продукт, который можно увидеть на полках этого магазина. Пойдемте посмотрим, что перед Новым годом ожидает нас здесь, на полках с виски, что можно прикупить. И в этом магазине «Бристоль» виски расположился вот в этом углу. Сверху здесь, рядом с коньяком, можно заметить «Гленфиддих», 12 лет, 0,5, ценник 2,139, ценник желтый. Здесь вообще много желтых ценников, но за 0,5 этот ценник немного высоковат. Ром пропускаем. «Талискер Скай», белая цена, и примерно в два раза больше, чем обычно стоит отдавать за этот виски, хотя обычный ценник где-то в районе 3-3,5 тысячи рублей. Вот если он будет по желтому ценнику, я думаю, в «Бристоле» к «Талискеру Скай» можно будет присмотреться. «Макаллан», 18, 15, 12 лет, в серии «Дабл Каск», еще «Дабл Каск Голд», без указания возраста, все ценники желтые. И самым приятным, наверное, выглядит все-таки «Дабл Каск Голд», потому что «Дабл Каск» может быть дешевле рублей на 600. «Дабл Каск Голд» редко опускается ниже 3000 рублей, потому что реализуется в определенных только магазинах, где и так уже дисконт заложен достаточно сильный. Пятнашка на общем фоне выглядит чуть дороже, а 18-летние нужно ждать более сильных скидок. Они могут быть на этот виски в районе 9000 рублей. «Трибл Каск Мэтчард» в объеме 0,5. И здесь цена в район 2000 рублей может на такую малышку опуститься. «Пропер 12» соседствует с коньяком за 0,7. Это тоже дороговато, 1700 и ниже он рекомендуется к приобретению. Ну и ценник, как и здесь, белый, то есть есть еще куда скидывать. Хотя не думаю, что рублей 700 здесь будет когда-то, но хотелось бы. «Джеймсон» при новогоднем исполнении с парой носков 1700. Во многих магазинах сейчас такая акционная цена, но, как мне кажется, за сам виски это дорого, есть только носки там какие-то очень теплые, очень качественные. «Jameson Black Barrel» 2,250, это тоже немного высоковато, хотя цена, как видите, начальная зачеркнута 2,600, 1,800, этот ирландец более приятен. Обычный ценник на «American Oak» 1,800 рублей, это его хорошая цена, но все-таки начальная, потому что по акции вот этой цены и ниже он может опускаться. Падать может до бесконечности, и за 1000 рублей кто-то когда-то где-то его последним находил, но в район 1600-1800 вы его обязательно где-нибудь рано или поздно увидите. Вот он сейчас вписывается в эту концепцию, то есть, в принципе, это не завышенный, а обычный ценник. «Jameson» 0,7, здесь 1500 рублей, в последнее время он подорожал, и даже без всяких носков, как видите, стоит дороговато, хотя для «Айриша» ориентировочный диапазон 1200 рублей. За 0,7. 0,5 пропорционально стоит, чуть ниже ликерная версия Fireball, канадское творчество на основе виски. Ценник красный, объем 0,5. Ну, я не специалист по таким продуктам. «Джон Бар» красный и черный, эксклюзив в «Бристоле». Желтый ценник оформлен сейчас на черный, еще недавно он продавался в районе 700 рублей, ну а красный, как видите, подскочил в цене. «Шотландская классика» выросла перед Новым годом, хотя, наверное, что-то еще будет здесь двигаться в меньшую сторону. Они примерно одинаково, на самом деле, всегда стоили. По желтым, красным ценникам в районе 50 рублей отличие. То есть в район 700-800 рублей. Я уж не знаю, вернутся ли они теперь когда-то. Но, как видим, цена все-таки чуть-чуть подросла по прошествии одного года. «Red Label» 0,5, 707 рублей. И, в принципе, это неплохо для него. Пропорционально около 1000 стоит 0,7, тоже классическая цена за юбилейную версию. Литровая версия 1500, в сравнении объемов, конечно, это менее
выгодная покупка. Black Label в двух вариантах 0,5 и 0,7. 0,7 за 1800 – это всегда хорошая цена для данного проверенного 12-летнего купажа. От 1800 и ниже его всегда можно брать, но здесь всего лишь 100 рублей разница. Стоит ли ждать перед Новым годом больших скидок? Еще большой вопрос. 3500 и ниже Gold Label Reserve должен стоить. Здесь белый ценник, конечно, не способствует скорому приобретению этого напитка. 1100 для Килбегана обычная акционная цена. 1900 рублей его можно уже покупать. Стамнаулин Double Cask в двух вариантах. Классическая шотландское творчество, односолодовые виски. Основной срок выдержки, который здесь точно не раскрывается, это бурбонные бочки и финиш. Затем проходил в течение минимум 6 месяцев в бочках из-под Хереса Оларосы. 0,5-1300 и 1700 для начального сингл-молт – это хорошие цены. Да, когда-то он стоил в Бристоле подешевле рублей на 200, но в последнее время ценник стабильно рос. Теперь это нормальная цена, но и качество виски, конечно, полностью соответствует такому варианту. Что касается Дюрса, белая этикетка здесь была на днях подешевле, в белой подарочной коробке, 939 рублей, по-моему, поэтому стоит ждать, пока она подешевеет. Все-таки ромовый финиш, Caribbean Smooth, 1200 рублей, как мы знаем, практически везде по акции этот виски стоит именно такую стоимость. Chivas Regal 0,5-0,7. Тоже обычные цены, но от них я бы не отталкивался. Все должно быть чуть ниже. 18-летний Chivas, несмотря на скидку, дороговато. 4500. Вот он, желанный ориентир. Хотя в Бристоле, мне кажется, он рано или поздно все равно появится по такой цене, потому что у данного виски есть определенные реализационные периоды. И Перно Рикар когда-нибудь его обязательно сделает по более выгодной цене. Что касается Таламор Дью, здесь в варианте 0,5 представлен 1000 рублей. Примерно так он и должен стоить. 900 рублей более оптимально, с учетом того, что 0,7 должен стоить 1200. Пики Блайндер от Пивоварен, Седлерс, Хейлвуд Вайн Интернешнл. В последнее время активно захватывают рынки не только Ирландии, но и всего мира. Строят, открывают винокурни, запускают все новые и новые продукты. Не только виски, надо сказать, но и в ирландской классике у них давно уже представлен острый козырек, в данном случае по мотивам известных телевизионных произведений. Семья Шелби, которая носила вот эти острые кепочки с заточенными козырьками. Это у нас, кстати, старая версия, которая выдерживалась в бочках из-под шерри. Сейчас, как мы, и стоит она 1000 рублей. Еще где-то остались такие релизы. В этом году произошло обновление, может быть, даже в конце прошлого года. И этот виски потихонечку замещается вот этим уже актером. Вот этим персонажем, он здесь, кстати, даже подписан. И это выдержка в бочках из-под бурбона. Кто не пробовал хересную версию, попробуйте. Такая действительно выраженная, немного с парфюмерным эффектом. Но в ирландской классике абсолютно неплохой виски, тем более уже потихонечку уползающий от нас в сторону. Стилманс Каск, купажированный шотландский молт, то есть blended malt scotch виски, 1400 рублей. Раньше он здесь был подешевле, друзья, особенно учитывая начальную цену, 1569. Тенденция к росту начальных цен вполне ощутимо. И вот в районе 1200 рублей он, конечно, был более интересный. Даже меньше 1000. Я помню, его за 999 удавалось приобрести. 0,7 балантайнс и 0,5 в целом в рынке. 0,7 1200 – это хорошая цена. Лайм не рассматриваем, это на больших любителей. Каким-то образом джин сюда затесался. И малышки. Здесь малышки того же балантайнса, Белса, Red Label, Fox and Dogs. Карт-бланш 5-летний, цены на экране. Чуть ниже у нас Jim Beam, тоже миниатюры, ароматизированный яблочный Red Stack и классика по красному ценнику. Ну, в районе 1000 рублей я бы 0,7 посоветовал искать, 900 тысяч, и поэтому 0,5 выглядит не очень убедительно. Литровый здесь уже ближе к желаемому ценнику, 1300 рублей, но в данном случае всего лишь разница 139, терпимо. 12-летний Glenfoyle, его младшая версия без указания возраста, по желтым ценникам 1299 и 700 рублей. К
классическая шотландская классика, да, не очень выразительный finest, в целом довольно-таки сбалансированный, особенно хорошо, если вы предпочитаете коктейльные варианты. Двенашка чуть более мягкая, чувствуется выдержка, но широты гаммы вкуса и аромата, конечно, вы с ним не ощутите, точно так же, как и с Гленстагом. Мне кажется, они очень похожи, отличия, можем выискивать часами, все равно их не найти. Клан Макгрегор 700 рублей за 0,5. Часто где-то можно увидеть именно такой ценник. Тоже, на самом деле, родственник соседям, но объем 0,5. И при общем как бы балансе я бы выбрал все-таки соседа по такой цене. Ну или Гленстаг 12-летней версии, которая, кстати, трехлетней версии, которая, кстати, здесь рядышком соседствует. А он еще дешевле по красному ценнику. Идет всего лишь 600, менее 600 рублей за 0,7 для шотландского купажерного виски. Вполне неплохо. Рядом продукт творчества Талвиса, Наки Томпсон, тоже купаж из шотландских дистиллятов, 0,5, 600 рублей. Где-то он стоит намного дороже, поэтому выглядит вполне симпатично. Винокурня Лох Ломонд, купажированная классика в виде бленда Клансман, 0,7, 729, 0,5. Выглядит, ну, в принципе, пропорционально, хотя, может быть, и чуть выгоднее, да, в данном контексте. Чем вам не замена Вильяму Лоусонсу, который всем так сильно уже надоел. Без скидки идут собачки. 1000 рублей минус 700, минус 300, минус 350 рублей, в районе 650-700 рублей. Мне он был бы более приятен. Ну и, в принципе, дальше скрывается как раз Вильям Лоусонс, о котором мы вспомнили, с двумя баночками Pepsi, 789 рублей, 0,7. Рядышком малыши 0,5. Пряный и классический купаж 589. И чуть дешевле, цены вполне себе неплохие. Где-то они действительно сейчас залетели под Новый год. Понятно, спрос предновогодний идет. Гранс в старой версии, мало где еще остался. Релиз Family Reserve 759 за 0,5. Ну, в принципе, он всегда так и стоил. В район 600 бывал, опускался. Но сейчас товар выводится из оборота, потому что ему на смену пришел Triple Wood Stand Fast. В данном варианте это не дымная версия. 759 рублей за 0,5. Цены идентичны. А уж какой выберете вы, вам решать. Медовый Джек здесь дорого. А вот 0,7 Бристоли традиционно выгоден, 1500 рублей, это хорошая цена, 0,5 пропорционально уменьшает этот ценник, 1129 тоже терпимо. Яблочная версия дороговата, он должен стоить все-таки примерно как обычный. И Maker's Mark здесь всегда по выгодной цене, 1700, все, что ниже 1800, это уже действительно можно считать скидку для этой кентуккийской классики с пшеничным наполнением, скажем так. Поэтому вот этой цены, если где-то еще ниже будет, однозначно покупать. Белс, разливаемый под Москвой, у нас в двух вариантах, и в разных объемах, 0,5, 0,7, красные ценники, ну, 550 рублей, это уже что-то, уже где-то мы видим страшные цены на него, вырастают перед Новым годом, литрушка не так блещет какой-то яркостью ценника, но вполне сопоставимо, на самом деле, если брать в одну бутылку вместо двух. White Horse также идет в хорошей стоимости и в литровой версии, и в маленькой. Fox & Dogs, приятная скидка, всего 419 рублей. Зерновой отечественный виски, пятилетний, из Челябинска, карт-бланш. Ничего про него говорить не буду, цена соответствующая, в принципе, минимальная розничная цена, ее хоть как-то нужно здесь выдержать, чтобы вообще не продешевить этот продукт, иначе никто брать не будет. Ну и скотч терьер тоже выглядит вполне неплохо, 429 рублей. Для данного магазина ассортимент, в принципе, неплохой, что касается виски, ну и цены вполне в рамках ожиданий.